Здравствуйте, с вами Евгения. Сегодня буду готовить курицу-гриль. Для приготовления нам понадобится курица, паприка, чеснок, майоран, мускатный орех, растительное масло, соль и перец. Для начала смешаем все приправы в одной небольшой миске. Паприка, мускатный орех, майоран, соль и добавим растительное масло. Затем выдавим 3 зубчика чеснока и добавим черный молотый перец по вкусу. Теперь все вместе перемешаем, и наш маринад готов. Теперь возьмем одну небольшую курицу, хорошо промоем ее, обсушим и натрем нашим маринадом. Оставляем курицу мариноваться на 20 минут. Теперь нанизываем курицу на вертел и зажимаем с обеих сторон. Крылья и ножки курицы лучше закрепить. Можно их связать с кулинарной веревкой. Для приготовления курицы-гриль я использую мини-печь от Scarlett, который поможет мне в приготовлении очень вкусного ужина. Теперь помещаю курицу в электрическую печь, устанавливаю температуру 200 градусов, режим гриль и ставлю таймер на 1,5 часа. По истечению этого времени печь автоматически отключится и подаст сигнал об окончании работы. В процессе приготовления я занималась своими делами и могла наблюдать, как подрумянивается курица-гриль. Вот и все, моя курица-гриль готова. В электрической печи курица получается очень сочной, ароматной и хорошо пропеченной. Приятного аппетита! Попробуйте приготовить сами, у вас обязательно получится. Выпуск сделан при поддержке бренда Scarlett. Техника для кухни Scarlett помогает создавать кулинарные шедевры легко и просто. В ней все удобно и надежно. Смотрите наши видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал о вкусе.ру. С вами была Евгения. Пока-пока!